Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, Всем привет! С вами Стасила. На этом уроке, как я вам и обещала, мы будем играть две руки. Произведение же чечок-принчечок. Итак, давайте еще раз посмотрим на партию, точнее на ноты, и посмотрим, как... Итак, вот оно, наше произведение. Давайте посмотрим на первый такт. Мы видим, что в правой руке идет стаккато, нота ре второй октавы. А в левой руке нота соль, без стаккато, простая четвертная. И потом аккорд из нот сире-сире, стаккато. Итак, давайте попробуем это. Итак, ищем ноты в левой руке. Соль и аккорд сире-сире. Тут мы играем только левой, одним пятым пальцем. Итак. Смотрите, тут мы делаем стаккато, а тут держим. В правой руке идут ноты. Ре, до, си, ля, соль. В левой руке идут ноты, такие же, как и в первом такте. Вместе играется это так. Раз, и, два, и, три. И дальше идут ноты. Две восьмые и одна половинная. У левой аккорд чуть по-другому. Давайте сыграем вместе. Дальше идут ноты. И аккорд самый первый. Играется вместе так. Следующая строчка играется так же, как и первая. Раз, и, два, и, три, и. Раз, и, два, и, три. Раз, и, два, и, три. И. Раз, и, два, и. Дальше тут ноты. В левой руке сначала идет четвертная пауза, потом аккорд. Вместе играется так. Потом идут ноты. То есть на одну ниже. В левой руке тоже идет четвертная пауза. Нота ре остается, только поднимается нота ля на одну ступень выше. Получается ре, си. Вместе играется так. Дальше идет опять такие же ноты. В левой четвертная пауза и такой аккорд. И повторяется так, и повторяются такие ноты. Дальше идет аккорд из двух нот. До, соль, потом си, до, потом аккорд большой, соль и ре, и до. В левой руке идет половинная нота, ми, потом четвертная пауза, потом ля, ми. Играет вместе так. Идут ноты. И, до, и стаккато, ля стаккато, и соль. В левой руке. Ре. Фа диез до, фа диез ту, си, соль, си, соль. Играется вместе так.